Блин, мексиканец. Подъехал. 10 000 рублей! Смотрите, сейчас все прилетит, смотрите! Чего? Всем привет, с вами Атумка, и сегодняшнее видео будет не совсем по Майнкрафту, потому что в сегодняшнем ролике была полная жесть. Я вам серьезно говорю, если вы посмотрите этот видос до конца, вы просто офигеете, это какая-то просто жесть была. Я надеюсь, то, что вы лайк поставите реально. В общем, объясняю. Месяц назад у моего друга-ютубера, то есть у Шеги, думаю, многие его знаете, потому что я иногда с ним записываю видосы, иногда стримлю с ним, он у меня также есть в сабоксе. Кстати говоря, можете на него подписаться, потому что он многое сегодня пережил, очень многое. Поэтому, пожалуйста, подпишитесь на него по ссылке в описании, чтобы он простил меня, хотя он и так мне все простил. Если что, досмотрите до конца, потому что в конце он мне все простил. Так вот, еще месяц назад ему нужна была помощь с его партнерской программой. Он никак не мог разобраться, у меня все работало, у него ничего не работало. И, короче говоря, я ему предложил, чтобы он мне дал свой логин и пароль, чтобы я зашел и ему все сделал. Я зашел, все ему в принципе сделал и вышел, и уже об этом забыл. И тут я сижу такой, думаю, что бы записать. И я вспоминаю, что у меня есть данные от Donation Alert Шеги, и я могу записать очень-очень забавный видос. А что за видос? Вы узнаете прямо сейчас. В общем-то, я ему донатил, то есть я ему делал фейковые донаты. Через его же Donation Alert создавал ему фейковые донаты. В сумме я задонатил ему почти 1 000 000 рублей. Представляете, это просто полная жесть. Пожалуйста, досмотрите его до конца, я думаю, вам понравится. Ну все, погнали же к ролику, приступаем в принципе. Если вам нравятся мини-игры и карты, хочу вам посоветовать канал Савона. Он выпускает видосы каждый день, поэтому это сразу означает то, что он старается. У него 155 подписчиков, давайте поможем ему набрать 200. Ну и ссылочка на его канал будет в описании, обязательно подписывайтесь. Итак, стрим у него уже начался, уже где-то 5 минут у него идет стрим. Как видите, ему тут уже успели даже подонатить, у него уже 14 рублей на балансе. Да, уже 60 рублей, только что кто-то задонатил 50 рублей, но за все время найдено 187 000. Так вот, мы столько же ему задонатим за буквально несколько минут. Так что, ну что ж, давайте, пожалуй, начнем. Начнем мы, пожалуй, немножко слабенько. Вот его стримчик. Максим, передаю тебе огромнейший привет и желаю тебе счастья, здоровья, успехов в жизни, чтобы у тебя все было хорошо. Ой. Итак, ну ладно, мы пришли не смотреть стрим, мы пришли за другим делом, поэтому давайте, наверное, начнем уже. Я кину ему какой-нибудь первый донат, нажму на добавить сообщение, и тем самым я отправлю ему донат, за который не потрачу деньги. Себе, типа, отправлю донат, но так как донат не мой, донат Шегича, то донат получит, следовательно, он. А он, конечно, подумает, что это настоящий. Итак, погнали, добавить сообщение. Имя. Блин, на самом деле, я не знаю. Тут у меня Миша, я ему один раз донатил чисто, чтобы протестировать только что 10 рублей. Вот где-то здесь был донат. Вот Миша, 10 рублей. Привет, Шеги, удачного стрима. Это я ему задонатил чисто, чтобы проверить, что все работает. Задачу ему 10 рублей на начало и напишем ему, например, привет, как твои дела? Все без запятых, немножко неграмотно буду писать, чтобы очень сильно не спалиться. И отобразить сообщение в виджете, добавить. И так, ждем, через пару секунд он уже появится на стриме. Матута, здорово, братан. Шеги, передай привет Оксане Розниковой. Передаю тебе привет, Оксана. Так, донат уже переехал, донат. Донатил у нас. Мексиканец, 10 рублей. Привет, как твои дела? Привет, братан, дела у меня отлично. Самый обыкновенный донат, в принципе, тут даже нечем палиться. Всего лишь какие-то 10 рублей, все, в принципе, беспалено. Ну что ж, погнали дальше. Но я не буду прям донатить прям каждую секунду, чтобы он не спалил. Я буду донатить ему под именем Мексиканец. Задоначу теперь 50 рублей. У меня сегодня день рождения. Подарили много денег. Куда их потратить? Вот. И нажимаем отобразить сообщение в виджете и добавляем. Окей, ждем. Это уже, в принципе, думаю, донатик так получше. Хотя мы тут уже донатили 50 рублей какой-то вансес. Майнкрафтер. Ой, тихо. Тихо-тихо. Привет. Привет, у меня сегодня день рождения, и мне подарили много денег. Куда их потратить? Ох, ты что, хочешь все деньги мне отдать? Ну, блин, братан. Спасибо тебе, конечно же, еще за 50 рублей. Это реально очень круто. Уже 60 рублей ты задонатил. Я бы тебе советовал оставить эти деньги лучше себе, но... Не будем мы себе ничего оставлять. Мы сегодня щедрые, мы сегодня все деньги будем ему дарить. Он даже не знает, сколько это все деньги. Я сказал то, что мне подарили много денег, а он не знает, сколько это много. Это много это может быть 1 000, много это может быть 200 рублей, а много это может быть 300 000 рублей. Итак, готовим уже следующий донатик, в принципе. Продолжай в том же духе. Отобразить сообщение в виджете, немножечко подождем. Торопиться никуда не будем. Итак, ну уже прошло, наверное, минуты 3. Можно отправлять следующий донат. Итак, все я правильно сделал. Так, главное никак не спалиться. Окей, добавляем. Мне нравится мой скин, Феликсу нравится его скин, поэтому, ну вот так. Мексиканец, большое тебе спасибо за донат. Ну, я рад, что нравится вам мой контент. Это реально прикольно. Спасибо тебе еще, братан, еще за 50 рублей. Мне кажется, я сейчас только своими донатами ему буду онлайн на стримах поднимать, потому что сейчас будут люди видеть, как я ему буду дико донать. Ладно, поехали. Уже, знаете, отправим ему донат. От другого имени, допустим, какой-то появился топ-донатер. Ну, не знаю, например, Ибрагим. Первое просто, что мне в голову пришло, отправим ему 150 рублей и напишем: привет, оцени канал. Я его пока не создал, но он скоро будет. Вот это будет, мне кажется, забавно. Мне интересно посмотреть на его реакцию. О, Гитлер! Нет, меня убил Гитлер. Что делать, пацаны? Ибрагим, привет, свой канал, я пока не создал, но он скоро будет. Братан, как я оценю твой канал, когда у тебя его нету? Спасибо тебе большое, Ибрагим, за 150 рублей, это реально очень много. А, дружище, если 150 рублей много, то я думаю, в скором времени ты начнешь офигевать. Итак, давайте, давайте. Отправляю странный донат, ну, чтобы было весело смотреть на его реакцию, как он будет на такое реагировать. Мой друг. Еще что ли так? Воу.
А что такие жесткие донаты пошли? Ибраким, еще 150 рублей. Алло, Ибраким, еще 150 рублей. Это заранее, чтобы я подготовился. Братан, 150 рублей ты еще закинул. Ну и так, мы на этом, конечно, не останавливаемся, мы идем дальше. Смотрите, сейчас мы вернем мексиканца, потому что что-то давно не донатил, уже прошло 4 минуты. Надо это исправлять, надо реально донатить. Донатить это клево, надо задонатить ему 500 рублей и напишем ему: эй, что за Ибрагим? Я же топ-донатер. У них будет, скажем так, батл топ-донатеров. Шеги будет думать, что это просто два разных человека, которые пытаются перебить друг друга, а Шеги получает с этого прибыль, но немножко не тут-то было. Окей, добавляем сообщение. 500 рублей, это уже достаточно жесткий донат. Неплохо, в натуре четко. Эй, что за враги? Я же топ донатер. 500, мать его, рубли, 500. Я не знаю даже, что сказать эти, блин, огромное тебе спасибо, конечно же, за донат. Меня тут все убивают, но 500 рублей. Ну ладно, ладно, рано удивляться. Мы же все знаем то, что все еще впереди. Это еще, скажем так, это даже не начало. Это, знаете, чисто разминочка. Подготавливаем и себя, и его. Такс. Как бы так можно еще немножко побаловаться? Давайте кинем ему прям жесткий уже, да, 1000 рублей от мексиканца. Давай поиграем в игру. Я спрашиваю, ты отвечаешь. Если ты отвечаешь правильно, я доначу в 2 раза больше. Все, я от таких дат у меня аж язык запятает, не знаю, сорян, ребят. Вот это мне нравится, такое выражение лица. Что это такое? Извини, Шеги, прости. Мексиканец, 1000 рублей. Надеюсь, он меня не убьет после этого ролика. Блин, я даже не знаю, что ответят. Ну, давай поиграем, если такой миллиардер. Итак, надо придумать вопрос. Надо придумать вопросы, которые будем задавать ему, а я так пока что их не придумал. Какое слово всегда звучит неверно? Ответ неверно. Во-во-во-во-во, вот такой нам подойдет. Итак, 500 рублей, мексиканец и сообщение. Отобразить сообщение в виджете и добавить. На самом деле, возможно, я бы и сам не догадался, если бы меня такое спросили. Мексиканец топ-донатер, да, он что-то вообще... Стра... Блин, я сижу как в кинотеатре, просто сижу и наслаждаюсь. А, больно в сердце, братан, 500 рублей, чё ты творишь? Какое слово всегда звучит неверно? Я думал, будут какие-то варианты ответа, ну, наверное. Если он отгадает, я просто в шоке буду. Может, я настолько глупый, что я не знаю таких слов? Сейчас загуглит. Ну, давай я предположу, что... не гугли! Больше всего люди ошибаются в слове, что-то звонит, вот. Да не, вообще не то. Я не знаю. А, слово неверно. Оба, он загуглил. Типа неверно, типа раздельно. Он даже читает это, уже запутался. Давайте зададим ему вопрос опять от мексиканца, 1000 рублей. Допустим, угадал, хоть и гуглил. Просто какую-то дичь ему отправляю, просто чтобы поугарать. Спасибо тебе большое за 25 рублей. Я тебе расписал. Ой, сейчас прилетит. Мексиканец, 1000 рублей. Сколько тебе нужно денег, чтобы они тебе больше не нужны? Ну, братан, извини, сколько мало. Да, Василий, блин. Василий Маркарьян. Алло, еще 200 рублей, мексиканец и Василий Маркарьян. Сколько тебе нужно денег, чтобы они тебе больше не нужны были? Братан, ну, я не знаю. Ну, мне... вот ты мне задонатил, я думаю, ну, на неделю мне столько денег хватит. Братан, спасибо тебе. Не, большое, надо, чтобы навсегда хватило. 3000 рублей. 3, мать его, 1000 рублей. Ой, я опять в имя это случайно вписал. Нет, 10 тысяч это у нас сумма, а имя, допустим, будет... Донат будет от мексиканца опять и напишем ему, например, дай мне лицо. Суху, плиз, а то у меня денег нет. Сам донатит 10, не, ладно, 10 это слишком много, давайте 5. Пока что 5 тысяч, окей, потом будет 10, окей, добавляем. Кстати, ему тут еще реально донатят, блин, неплохо так-то ему донатят, блин, да хватит донатить. Шеги, не бей, пожалуйста. Сколько? 5000 рублей. 5000 рублей. Вы это видели? 5000. Мне очень интересно посмотреть, как у него летит чат. 5000 рублей. Смотрите, мать это... его, это его чат. Это его чат. Все, народ, спасибо. Я отдыхать, все. Все, я отдыхать, народ. Давай, мы еще с тобой не закончили. Да все, мы поняли, что 5000 рублей. Блин, вот это реально очень мне стрёмно. У него даже онлайн дико поднялся чуть ли не в 2 раза. Он сейчас думает то, что опа, я сейчас как куплю себе iPhone X. Главное, чтобы он не чекнул в донейшн-алерте то, что тут сумма всего лишь 500 рублей. Надеюсь, он чекать не будет этого. Окей, давайте дальше. 10 000 рублей от мексиканца и напишем ему: я давно искал хорошего ютубера. И я, кажется, его нашел. Не знаю, я бы с окна уже спрыгнул. Интересно посмотреть на его реакцию. Да, ребят, сейчас он кинул. Давайте, ну, блин, мексиканец. Подъехал. 10 000 рублей! Ёд, капец он орёт. Капец он орёт. 10 000 рублей! Чего? 10, мать его, 1000 рублей.
Давайте посмотрим просто на этот чат. Я давно искал хорошую тубу и, кажется, я ее нашел. Кстати, забыл спросить, как у тебя дела? Ё-моё. Давайте напишем, не знаю, какую-нибудь дичь, например, какой тебе цвет больше нравится? Черный или белый? Просто вообще, просто жесть. 15 тысяч рублей задать, чтобы написать такое сообщение и спросить у чувака, какой ему нравится больше цвет. Ну окей, опа. Блин, опять я не то, да что я творю? Я постоянно в имя вписываю сумму. Я, блин, не привык таким заниматься. Так, 15 тысяч, все, добавляем. Ой-ой-ой, сейчас я... Ой, блин, прости, Шеги, прости, пожалуйста. Привет всем, оцени канал. Большое спасибо тебе за донат. Сейчас оцени твой канал. Смотрите, сейчас все прилетит, смотрите. Смотрите. Вы это видели? Братан, у меня уже башка болит. Братан, 15, мать его. Он, наверное, уже сидит и думает, так, что мне купить после стрима? Братан. Сидит сейчас и раздумывает, так, какой же телефон купить? iPhone X или подождать, когда выйдет iPhone 11? Ладно, погнали, погнали, погнали. Сейчас будет очень-очень жестко. Мы сейчас под конец ворвемся просто. 50 тысяч. Я не знаю, поверит он в то, что кто-то может задать столько денег. Я надеюсь, что он в это поверит. Я постараюсь максимально не спалиться. Следующий вопрос. Как ты думаешь, сколько я задонатил? Начу за сегодня денег отобразить и добавляем. Он еще не отошел от предыдущего доната, а тут уже еще один прилетит. Мне кажется, он уже начнет уже что-то подозревать, потому что, блин, я бы стал реально. Донат подъехал. Мне так нравится его выражение лица. Я ору просто. Чё? Мне к... Чё? Какие 50 тысяч рублей? Я, конечно, все. Я, конечно, этот, ну, это того самого, ну. Сейчас вы умеете разговаривать, да, Шеги? Я столько денег потратил, он даже не прочитал мое сообщение. Чё это, блин, за неуважение к донатерам? Я 50 тысяч донатил, прочитай хотя бы. Мне кажется, или чё? Не-не-не, братан, тебе кажется, забей. Ой. Так, все, мы не ждем ответа, мы идем донатить дальше. Быстрее, надо ему додонатить 100 тысяч рублей. Итак, ой, опять я не то вписал, да что такое? Сумма 100 тысяч рублей. Вот мексиканцы, конечно, от кого же еще? Сообщение. Прикинь, я нашел свой утерянный киви. Хватает еще на парочку стримов. Отобразить сообщение в виджете. Добавить. Ты, может, с ником задонатил? Донат подъехал. Не, это уже нереально, я не верю в это. Это бред. Чё, это донат, народ? Нет, нас походу спалили. Это донаты вручную? Нет, нас спалили. А у кого есть доступ к моему киви, к моему донату? Это уже, кстати, еще один вопрос, кстати, да. Навряд ли он вспомнит, что месяц назад он мне давал доступ к своему YouTube каналу. Я сомневаюсь, хотя последний донат 300 тысяч, ой, зачем я точку-то пишу? И имя, конечно же, у нас мексиканец. Мы за мексиканца. Меня смущает тот факт, что у кого-то есть данные к моему donation alert. Ё-моё, всего собрано уже больше полумиллиона. Капец. Ой, сейчас как прилетит, оба. Что за... Что за хрень? Мне не нравится тот факт, что у кого-то есть доступ к моему donation alert. Так, все, давайте предложим ему сходить в Discord. Давайте скажем ему... Это Тумка, что за бред? Блин, ему все начали... Откуда у Тумки мои данные? Ему все писать начали. Оба, подъехал донатик. Вот он, собака сутулая. Собака. Так, все, оба, о, звонит мне уже. Так, погнали. Ты слышишь? Алло. Ты чё обалдел? Откуда у тебя данные от моего донейшн алерта? Я не понял. Ты мне их задал месяц назад. Ты думал, наверное, сидел и раздумал, блин, какой iPhone купить, 10-й или подождать 11-й? Я уже думал 15-й, если какой-то дур... Все сейчас, кстати, пишут в чате, все, кстати, в мой новый видос попадают. Ребят, спустя большое время я успокоился, как и Шеги, в принципе, тоже. Если что, он уже не обижается, он уже то сам начал над этим рофлить. Если что, я вам покажу сейчас переписку, а то мало ли. Если вы хотя бы чуть-чуть посмеялись, пожалуйста, поставьте лайк, напишите об этом в комментариях. Потому что такой видос, ну, понимаете, то, что не очень часто мне будут попадаться логины и пароли от аккаунтов ютуберов, так еще и от донейшн алертса. В общем, спасибо за просмотр, до новых встреч, увидимся в новых роликах и пока.